Доброе утро всем. Давненько я, I'm sorry, не была на. Это называется Farmer Market. Good morning, everyone. Going to Farmer Market. Тут для деток делают всякие там, лошадок приводят маленьких. Детки могут играться. Паровозик. Привет, привет. А я иду показать вам базар или рынок. Делают такие в каждом районе города, где привозят фармеры свои еду. Свеженькие орешки. Привет, привет. Саш, приятно слышать. Спасибо большое. Пишите, откуда вы. Кофе. Ой, как кофе пахнет. Обалденно. Но я уже сегодня откофеинилась. Есть сыр. Тут натуральный. Вот можете посмотреть цены. $24. Mix and match. Гайк. Так, что тут еще? Hi, how you doing? No, thank you. Yep. Тут есть всякие соки. Овощи здесь дорогие. Карелия, привет. Это, ну, считается все органик, поэтому цены тут довольно-таки хорошие. Ну, по крайней мере, вот смотрите, если вот эта коробочка клубники $5 здесь, то в магазине можно ее купить такую там за $2-3. Огурцы, но тут огурцы, видите, какие свежие. Тут видно, что это настоящие помидоры, какие красивые. Наверное, надо будет помидорчиков, огурчиков купить, перец, лук. Тут привозят тоже всякие сыры домашнего приготовления, детское питание. Я уже давненько не была здесь. Можно все пробовать. Это камбуча, если вы слышали о такой штуке. Но я ее пила, у меня, блин, такого потом вздутия и бульканье в желудке и в кишечнике. Хлеба всякие. Ну и считается, что это все домашнее приготовленное, свежее. Соки всякие. Пита. Ой, я раньше сидела на этом всем. Это все еще и масле жареное. А это всякие тут хумус. В общем, в принципе, если держать это все в порциях, можно. В принципе, вот если посмотреть, тут из гороха сделано. В принципе, ничего плохого нет. Нету сахара. То есть, в принципе, можно. Хумус всякий. Новосибирск, привет. Цветов тут много. Рыбка свеженькая. Очень свеженькая. Чоки. Фрукты. Очень красивые фрукты. Видно, они все свежие. В магазине есть такое, но, ну, получается $7 килограмм будет. Это 3,50 стоит полкилограмма. Красивые сливки. На горах. Яблочки. Видно, что да, вот это настоящее, как на Украине. Это называется Farmer Market, или, ну, по-нашему, базар. Ой, какие сливки красивые. Да, сегодня тепло. Москва, привет. Я из Лос-Анджелеса. У нас пока еще тепло. Да. Ну, камон, вы же понимаете, что я живу в Калифорнии. Здесь всегда тепло, поэтому у меня нет никогда ощущения, когда зима, когда лето. Мне кажется, постоянно лето. Ну, иногда зимой, конечно, прохладнее становится. По утрам, по вечерам бывает очень холодно. Ну, конечно, снега нет, но прохладненько. Можно фруктиков пробовать, если вы хотите. Но это опасно, потому что как начну пробовать, так и не остановлюсь. Орхидеи красивые. Я уже сегодня мед весь тоже считается домашний. Ну, честно говоря, не верю, что он полностью весь чистый. У меня была сегодня уже и овсяночка с яичными белками, и фруктики, клубничка, соус из клубники с кокосовым маслом. Я обязательно поставлю рецепт. Очень вкусно. Язык проглотить можно.
У, баба, а такое еще не Chinese date. Вау. Такое я еще не пробовала. Пробовали такое? Китайский дейт. Я забыла, как называется дейт. Этот. Финик. Не пробовала. Всякие масла домашнего приготовления, украшения. Это я сейчас с хайка еду. Я после... О, грибы, вау. Вау. Imperial cats. Прикольно, это тоже грибы. Нифига себе, таких я еще не видела. О, вау, какие грибочки. Офигеть, такого я еще не видела. Cauliflower mushrooms, вау. Прикольно. Видели вы такие грибы когда-нибудь? Вот, вау. Прикольно. Маленькие всякие. Наши машины. Прикольные. Так, что еще есть? Dates. Это все финики. Только с какой стати здесь финики будут в Лос-Анджелесе? Вот это самый опасный прилавок. Сухофрукты и орешки. Я бы эти все упаковочки сама бы и сожрала. Это моя большая проблема после арахисовой пасты. Оливковое масло с разными вкусами. О, сыр. Это тоже мне нужно быстренько пройти мимо, потому что это чревато. Вот, можно взять покушать сразу. Фруктики нарезанные уже есть даже. Очень люблю эту салсу и авокадо. Пончики, блинчики, булочки. Хотите такие булочки? И такие булочки. Все домашнего приготовления. Что у нас там? Травы. Ягоды. Ягодки красивые, очень красивые ягоды. Так, надо будет спаржи купить. Ну, в принципе, красивая спаржа. О, какая красивая. Так, ну что еще интересно? Помидорчики. И тут приходят с детьми все прогуляться, напробоваться фруктов. Аички. Аички. Хотите узнать, сколько аички? Так, там, ну, считай, тоже они там на фермах выращенные. $7. $7 десяток. Бататик. $2. $2. Что? $2 паунд. $4 килограмм. Видите, это все батат. Белый. Фиолетовый снаружи, белый внутри. А это, видите, он будет фиолетовый внутри, а белый снаружи. Вот этот вкуснее. Этот не очень. Белый sweet potato. В принципе, тоже... вкусненький, но мой самый любимый это оранжевый. Видите, в надрезе он оранжевый. Так, что там еще? Всякие замаринованные штучки. Типа печеньки полезные. Гранола. Гранола там. Так. Коконат йогурт. Meatballs. Так, spicy. Это приправы. Hi. Ah, no, thank you. Без сахара, говорит, очень хороший. Нифига себе, ямсик. Вот это вырос. Но он плохой, потому что, видите, он весь покоцанный. Вот эти дырочки потом его вырезать, долбишься. Но зато видно, что это реально выращенное. Свеженькое. В общем, в большем проценте, так сказать, здесь все фрукты и овощи. Ой, сыры, опять сыры. И главное, можно подходить и пробовать. Ну, я же знаю, если я кусочек съем, все. Понеслась душа в рай, и уже меня не остановишь. Придется опять разворачиваться, на второй хайк бежать. Сегодня, в принципе, классно было. Сделала час и 20 минут. Тут мясо. Мясо. А, ну, это эти вот, джерки тоже. А, нет, свежее мясо тоже. Прикольно. С фермы приехали.
Прикольно. Бизон есть даже. Класс. Цветочки. Ну что, вам понравилось? Против солнца будет... Ага, собака здесь нельзя. Вот. Ну так, видите, может приехать, да, скупиться, сесть и покушать. Привет. Да, маленький, но и так в каждом райончике есть такие базарчики. Нет, привет, Гарашка. Нет, это не наркомовский рынок. Это считается даже такой престижно сюда прийти на рынок и здесь купиться, потому что здесь реально цены намного дороже, чем в обычных магазинах. Но считается это все тут органик. Да, все цивильненько, чистенько, очень аккуратненько все сделано, ничего не воняет. Да. Но они только делают раз в неделю. Вот это называется район Studio City, здесь воскресенье. А в других районах по-разному есть тоже. Есть во вторник, есть в субботу, есть большие фармер-маркеты, есть вот, может, в следующий раз съезжу. Это в Санта-Монике. О, смотрите, сколько можно сыра напробоваться. В Санта-Монике там большой тоже есть хороший рынок. Раньше ездила. Так что можно скупиться, если захотеть. Так, что там еще почти? Спасибо. Булочки хотите? Ага. А булочки на заднице не откладываются? Привет. Привет. Hola, Venus. Александр, в Киеве у вас будет тренировка? Ну, что вы имеете в виду? Я буду проводить семинар и мастер-классы в Киеве. Ну, естественно, тренировки мои никогда не прекращаются. Сколько красок. Да, в Москве будет семинар. Ребят, уже месяц рекламируется. Уже осталось по два места на мастер-классах. А на персональной тренировке в Киеве уже нет. Добавлено было еще два места. Одно уже забрали сегодня. Последняя осталась тренировка. В Москве еще есть. И на семинар еще пока есть места. Нет, я не живу в Москве. С какой-то части взяли, что я живу в Москве. Вот такие дела. Так что вот вам показала такой рыночек. Так, все, я пошла скупляться, потому что неудобно держать телефон и скупляться. О, сейчас лимончики возьму. Все, ребят, пока-пока.